Всех приветствую на канале интернет-магазина Grow Mir. В этом видео я расскажу про стимулятор для набора массы, препарат MAS от компании Simplex. Препарат MAS от компании Simplex – это стимулятор для набора массы соцветий. Данный препарат ускоряет метаболизм растения, позволяя ему получать больше питательных веществ из окружающей среды. Данный препарат активирует гены, связанные с процессами фотосинтеза и усвоения углекислого газа, значительно увеличивает количество, качество и размер цветков. Аминокислоты и витамины, входящие в состав стимулятора, помогают растению направлять внутренние ресурсы на накопление активных веществ. Стимулирующий эффект сохраняется до 2 недель. Основные принципы действия препарата MAS от компании Simplex. Данный препарат стимулирует рост и накопление зеленой массы, а также повышает качество урожая и увеличивает его количество. Условия использования препарата MAS от компании Simplex. Данный препарат предназначен для открытого и закрытого грунта, для любых почвосмесей, а также для гидропонных систем любого типа. Инструкция по применению. Для приготовления раствора добавьте компоненты в воду согласно рекомендациям в таблице применения Simplex MAS. Не смешивайте компоненты между собой до внесения в воду. Не превышайте указанные производителем дозировки. Храните в прохладном и темном месте. Берегите от детей. Способ внесения по листу. Компоненты, входящие в состав: трианконатол, витамин В9, фолиевая кислота и аминокислоты. На данном этапе вы можете видеть основные характеристики данного продукта. Этот и многие продукты вы можете приобрести в интернет-магазине Grow Mir, а я с вами прощаюсь, до новых встреч!